Уважаемые бельчане, Управление чрезвычайных ситуаций муниципия Белс информирует вас. В период с 18 по 24 апреля ожидаются заморозки на поверхности почвы минус 1, минус 4 и местами в воздухе 0, минус 2. А 22 апреля в воздухе минус 1, минус 4. 20-21 апреля пройдут осадки в виде дождя, мокрого снега, местами сильный. Усилится северный ветер до 15-20 метров в секунду. Управление чрезвычайных ситуаций муниципия Белс, заботясь о вашей безопасности, рекомендует: будьте осторожны при передвижении пешком, одевайтесь тепло, остерегайтесь переохлаждения. Соблюдение элементарных мер осторожности – залог вашей безопасности. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните 901 или 0231-211-97. Эльвира Шуваева, интернет-телевидение, ТВ Белс.